После анализа текущей санитарно-эпидемиологической ситуации вокруг коронавируса в мире, в том числе в Азербайджане, решено продлить особый карантинный режим на территории республики до 6:00 1 апреля 2021 года. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при кабинете министров Азербайджанской республики. В то же время, в связи с некоторой стабильностью динамики распространения болезни в ряде стран и Азербайджане, принято решение снять некоторые ограничения в рамках ужесточенного режима особого карантина с 00 часов 18 января 2021 года. В частности, согласно соответствующему решению Кабинета министров Азербайджанской республики, с полуночи 18 января 2021 года упраздняются СМС-разрешения и разрешения на портале Иджазе Эговаз на передвижение в городах Баку, Сумгаит, Генджа, Мингичевир, Ширван и Абширонском районе, а также в Лянкеране, Масалы, Джалябаде, Шики, Закатали, Губе, Хачмазе, Евлахи, Барди и Бюлясуварском и Смайлинском районах. Согласно решению, с 00 часов 25 января 2021 года на территории страны будет возобновлено движение между городами и районами. С полуночи 1 февраля в Азербайджане возобновляется обслуживание клиентов на местах в объектах общественного питания, а также в ресторанах, кафе, чайных домах и других объектах. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.